Добрый день, дорогие друзья! С вами Большой Черный. И в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о том, что же такое мастурбация по Фрейду. Действительно, кому ли как не к Зигмунду обращаться по поводу этого вопроса? Отец-основатель психоанализа. Давайте же послушаем, что он думает по этому поводу. Мастурбация – одна из основных обителей. Первичная зависимость. Последующие зависимости – от алкоголя, табака, морфия, лишь ее заменители. Сексуальное ограничение идет рука об руку с определенной трусливостью и осторожностью, между тем как бесстрашие и отвага связаны со свободным удовлетворением сексуальной потребности. Ну что, друзья, вы бесстрашны и отважны, как я? Я, кстати, не пью и курить я бросил, сами догадайтесь почему. Зигмунд! Что ты думаешь по поводу меня? Я думаю, ты очень плохой мальчик. Как и я. Ха-ха-ха-ха. Получайте удовольствие от жизни, подписывайтесь на Большой и Черный, ждите новых выпусков, оставляйте в комментариях ваше мнение и идеи по поводу всей этой темы. До новых встреч, друзья! Большой и Черный.